Гости забили первый гол после подачи с углового на ближнюю штангу. Итог первого тайма 0-1. Но самое интересное ожидало зрителей за 15 минут до конца матча. Как и в кубковой игре, тренер анапчан заменил игроков, использовав все замены, даже голкипера. Вместо Шаленко вышел Царцаев. Последние минуты игры прошли при огромном преимуществе анапчан. Под несмолкающие крики болельщиков, призывающих команду идти вперед. Марик Базаев и Хачим Макоев забили по голу. Еще один гол в добавленных 4 минутах забил автор автогола Кулигин. И счет 1-3 сменился в 4-3 в пользу анапчан. Следующий матч в рамках высшей лиги чемпионата Краснодарского края по футболу состоится в воскресенье 20 июля в 19 часов на нашем стадионе против дублеров новороссийского «Черноморца». А в эту среду также на стадионе «Спартак» в рамках полуфинала за Кубок губернатора городской футбольный клуб «Анапа» встретится с витязевским «Понтосом». Напомним, прошлая встреча команд завершилась со счетом 3-1. Приходите поддержать нашу команду.